Пройденный путь Devil May Cry! Devil May Cry! Финал нас ждет, финал! Это целый финал! Какая музыка пошла! Эта музыка пошла! Мы команда, мы сила! Готовы уничтожать, сокрушать, побеждать! Прикончи их всех, да-да! Kill them all! Ведь мы видим эту гибкость, мы видим эту координацию, мы видим эту скорость! И убийственный удар мы с вами видим, мы с вами его видим! Я осознавал каждый раз по эту сторону добра и зла. Все лучшее и лучшее, когда покидал это место, я понимал, на что я способен. Примите мою волю. We hold might, we hold might. Да, мы сами выбрали свой путь. И демоны, что сидящие в наших головах, говорят нам, что наши души не в ладах. Но души не в ладах у нас, брат. Вся сила только в желании, вся только это самое желание должно быть и будет сила. А если нет желания, тогда мы не в силах что-либо сделать. Прямо сейчас мы должны высвободить монстра, которым всегда он был. You fucking bitch! I'm evil! Мы можем видеть тебя, you can see me! Под прицелом! Данте, спокойно, они не выдержат такого давления, Данте! Сына Спарда, они не выдержат! Каждый человек умирает, но не каждый поистине живет! Каждое отродье умирает от рук мятежника, самого совершенного зла в мире! Но не каждый по эту сторону попадает! Они признают Данте за то, кто он есть! Он высвободил монстра изверга демона дьявола тьму, охранившуюся это самое внутреннее Филима, это чистое зло. Они боятся, что он сможет завладать в этом пространстве с одаренным даром дьявола. Он самое совершенное зло в мире. Devil May Cry! Йоу-й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 оу! Эхей! Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, это канал! Почему ты убил моего ребенка? Александр Смит в исполнении Месси Смит Плей! Я спрошу еще раз. Почему ты убил моего ребенка? Потому что ты убил мою мать. А, значит, это месть. Понятно. Это больше, чем месть. Неужели? Это было ради свободы. Свободы? Ну, похоже, ты и так свободен, раз убил моего наследника. Я говорю не про свою свободу, а про свободу человечества. Человечество? И как, по-твоему, человечество будет распоряжаться этой свободой? Она была у них, когда я прибыл на Землю. И что, по-твоему, они делали с ней? Они воевали, они убивали, и они голодали. Я принес процветание. И я принес порядок.
А что принес ты? Кроме насилия. Войну. Смерть. Ну же, Данте, разозли его. Знаешь что, Мундус? Ты прав. Это не ради человечества. Это просто месть. Должен сказать, убить твоего ребенка, смотреть, как он разлетается на маленькие кусочки, слышать твой бабий визг, это бесценно. Над пропастью, у которого обваливаются края. Злодей Мундус, где мораль такова, что ему не победить? Давай, начинаем, это финал. Это финал, черт возьми, это финал жанра слэшер. Devil May Cry, жду с перевода. Дьявол может заплакать. Я заставлю тебя смотреть, как буду пожирать твое бьющееся сердце. Что ж, давай захлопнем тебя. Да это финал! Это финал, черт возьми, это финал! Плачет мой дьявол по вам! Это финал! Черт возьми, это финал! Это финал! Давайте начнем! Давайте начнем! Давайте продолжим финал! Это ада! Да, это сюрприз тебе, Мундус! Надвое! Надвое, братьев Нефилимов! Да. Что ты наделал? Ты ощущаешь предчувствие злодея? Оставь моего брата в покое. Этот страх, эту боль, это зло! Совершенное зло! Красиво, Данте, красиво! Блевок в Мундуса, шикарно! Да, это зло, это самое совершенное зло в мире! А ты не торопился. Ни за что. Этот божий дар. Только один. Прямо сейчас, на наши глаза. Прямо сейчас. Это самое совершенное зло в мире. Давайте смотреть, давайте смотреть. Эпоху Devil May Cry. Давайте ее смотреть. Можем убить его? Врата ада закрыты. Никогда! Есть идеи? Видишь его глаз? Да. У его ребенка было нечто похожее. Начнем с этого. Нам нужно его открыть. Ты мудак! Займи его. Я попытаюсь открыть глаз. Так давайте уже начнем! Пора! Не нападай на него. Просто продержись, пока я не раскрою его глаз. Окей, Вергилий, окей. Давайте уже начнем. Ух ты, какой враждебный, бляха. Но я не угрожаю, я обещаю. Не важно, абсолютно не важно, кто против этого. Результат будет один.
Абсолютно! Ох, как, друзья, я рад видеть сейчас финал! Данте, сделай что-нибудь! Давай, Данте! Монстрическая конфронтация! Злобная конфронтация! Опа, спокойно, начинается финал, давайте, я уже, мне прям не терпится этот финал, ну-ка сюда, вот так вот. И вот у нас с вами, друзья, это самая монстрическая конфронтация, это уже не я, это он уже сам бежит. Это он уже сам, бабах, ему туда хорошо. Ох, я буду отрывать от тебя кусок за кусочком. Опа. Опа, Данте! Данте немного промахнулся, Вергили, давай! Нам это самое давай! Спокуха! Процессор гамма, ком подвис. Классный прыжок! Смотри, он разваливается. Данте, ты видишь это? Да, вижу. Он все еще там. Мы должны попасть туда и убить его. Так, вперед, парни, давайте! Начинать уже пора! Давай! Пошли. Окей, я притягиваю, ты идешь. Я притягиваю, я все это самое. Опа, оказывается, ты тоже, да, что-то можешь, оказывается, братила, спокуха. Почему его тело там? Мундус слился со своей физической оболочкой, поэтому он защищает ее. И уничтожив тело? Мы убьем Мундуса. А, друзья, провис немного момент этот самый. Процессор Гамова, только микрофон тут хороший. Микрофон прям вообще хороший, прям шикарный микрофон. А вот процессор говно, надо что-то с этим делать, надо что-то менять, пора уже менять. Все это самое старое давно менять, уже пора. Опа, давай-ка. Хорошо. Хорошо прицеленные сейчас мятежники, бах! Хорошо. Наша судьба — быть вместе! У нас общая судьба, но только по разные стороны! Что ты с ним сделал? Твою ж мать, бежим, бежим, куда-нибудь бежим! От него убегаем, вот так вот ускоряемся, и хорошо! И хорошо, и начинаем, начинаем от него! Все эти кусочки за кусочками отрывать от этого Мундуса! Я уничтожу тебя и до того, как ты совершишь свой исход, посмотрев на этого, в надежде выиграть у этого, я буду поглощать твои внутренности, поглощать, я их буду сокрушать. Опа, спокойно, вот сюда отходим и красиво. Вот сюда прицеленно отходим и красиво. Давай, начинай, ублюдок. Ведь мы с вами, друзья, с тобой, друг мой, действуем во имя общего блага. Опа, давай ему поточнее. Поточнее, Данте, давай ему руки отбивай. Ему руки отбивай. Ведь мы действуем во имя прогресса. И главное, что я осознал, то, что ум сильнее силы. Ведь вся сила только в желании. Мы все это знаем, давай большую нам сюда и хорошо. Ведь мы все это знаем. Вся сила только в желании, только в желании. Вся эта сила. Мы все это знаем, мы все это понимаем. Давай, пытайся. Руки больше нет у тебя правой. Ух, блять, спокойно. Это финал, ты чё думал? И чё ты уставился на меня? Я самое совершенное зло в мире.
Да, мы все это знаем, мы все это понимаем. Вся сила только в желании. И я должен познать это! Познать! Ведь это судьба! Это пророчество! Ведь чем вас больше на одного этого данда! Чем я сильнее, вы сукины вы! Я дьявол, блять! Давай мы последний раз осталось, и все красиво будет! Да, тем больше, тем я сильнее! Чем вас больше, тем я сильнее! Да, друзья, они будут! Они будут уважать и бояться его силы! Они признают Данта! Ведь плачет мой дьявол по вам! Он плачет, давайте ему последний раз! Последний ему момент сделать и закончим мы с этим ублюдком! Давай ему! Ну давай получше, давай ты чё? Ты чё разошёлся, чё-то ты давай-ка лучше! Давай-ка нам эффектно сделай раз, два и готов ты, Данта! Ух! Да, они будут уважать и бояться его. Они признают Данта. А прямо сейчас брат Вергилий, всемогущий Виолтмайт против брата самого совершенного зла в мире Данта. Мы сделали это. Я сделал. Они делили общий дом. Братья Нефилимы делили общие комнаты, общие интересы, общих девушек, общую братскую нефилимовскую силу. Ангел плюс демон. Теперь они делят финал. Этот самый финал. Они делят тот самый финал. Devil May Cry. Давайте смотреть. Тот самый финал они сейчас будут делить. Она слишком величайшая для одного финала. Демоны теперь на земле повсюду. Что произошло? Лимба столкнулся с реальным миром. То, что когда-то было скрыто, теперь у всех на виду. В воздухе летает дух революции. Никогда не думала, что доживу до этого дня. Это начало конца для демонов. Человечество свободное. Да. Свободное от демонов. Теперь мы можем править. Что ты сказал? Теперь мы можем править. Править чем? Вот этим. Всем. Вергилий. В смысле, как Мундус? Нет. Нет. Нет, не как Мундус. Мы будем уважать наших подданных, а не порабощать их. Подданных? Он про тебя. Он про людей. Я думала, мы сражаемся за свободу. Отнять свободу воли? За его свободу мы сражались. Не за вашу. Не упрощай ты так все. Люди беспомощны. Они как дети. Им нужна защита. Не только от других, но и от них самих. Мы, ты и я спасли их. Ты и я спасли их? А кто же еще? Человек.
Кэт была полезна, но... Полезна? Кэт спасла мне жизнь. Кэт выдержала пытки, чтобы скрыть твое существование. Кэт провела нас в убежище Мундуса. Да мы бы уже раз 20 облажались, если бы не она. Послушай, если ты не видишь хаос, что создают люди, если ты не хочешь взять на себя ответственность за их защиту, то уйди в сторону. Я буду править один. Я уничтожил Мундуса не для того, чтобы ты занял его место. Я не позволю тебе это, Вергилий. А я не позволю тебе остановить меня, брат. Уйди в сторону. Не делай это. Вергилий, прошу. Не вмешивайся. Отнять свободу воли и даровать им искупление к единой вере, к служению ему. Наши души не в ладах, брат. Величайшее столкновение прямо сейчас будет. Это финал. Вот теперь это точно финал. Давай добавим драматизма. Да, друзья, вот он финал. Кровавая битва. Бойня! Сражение! Уничтожение! Противостояние! И победа стоит за тем! У кого правда? За тем, кто за всеобщее благо! За тем, кто самая совершенная! Зло в мире, давай начинаем мы с вами финал смотреть вот так вот тебе! Вау! Ух, хорошо пошло, да, вот так пошло, ты же думал, самоотверженный мне здесь! Жесткий! Тот самый Unstoppable right now. Да ладно тебе, да ладно ты зачем? Сюда подошел и получил с мятежника. Двойной подмен пошел. Двойной. Извини, брат. 2-0, брат. Не нужно. Давай еще, я готов тебя сегодня. На путь-то истинный поставить тебя! На путь истинный давай тебя поставлю, брат Вергилий! Reload my! Давай, брат, братила! Добавим драматизма! Убей меня как мужчину! Или ты хочешь убить меня как овцу? Спокойно, смотрим финал, смотрим этот самый финал, тот самый финал, которого мы долго смотрели, которого мы долго ждали! Финал, тот самый финал, тот самый финал, давай. Данте против Вергилия, да, прямо сейчас, тот самый финал. Совершенное зло в мире против всемогущего Вергилия. Еще раз его везде делаем конкретно. Ох, какой нацеленный, ох, какой нацеленный, да ладно, да в смысле, да как это? Сокрушить сопротивление. Еще не поздно. Так и есть. Мляха! Давай нам финала конкретного! Да, сидит демон в моей голове! Он всемогущий, а он самое совершенное зло в мире! И давай закончим с тем. Давай, Данте, закончим с ним. Мы же за всеобщее благо. Мы же за это самое война прогресса. Сюда подошел и получил сокрушительное давление. Обеспечь своему брату, давай. Конкретно еще. Опа. Опа, что задумал. Опа, что он задумал. Да, друзья, это как в истории. Ван Дамма и Дольфа Лунгрена.
Они братья, но их история еще не написана. Каждый злодей велик настолько, насколько его герои. Давай продолжать бороться с тобой. Давай, бляха. Ну почти с ним закончили. Почти все сделали, еще маленько осталось. Красиво все делаем, вот такой Данте. Вот такое самое совершенное зло в мире у нас сейчас происходит. Он принял свою судьбу, но только по разные стороны. Запомни, братила, ты приходишь на этот бой с мечом, но ты также можешь погибнуть от меча. От этого меча ты также можешь погибнуть. Давай, Данте, блокируй, Вергили, свой момент предела, своего предела, давай. Опа, опа, еще ему. А сейчас пора делать монстрическое, давай. Нам конфронтацию высвободил! Добавим драматизма! Убей меня как мужчину! Или ты хочешь убить меня как отцу? Помнишь это? Могучий, всемогущий. Данте. Данте, не убивай его. Прошу. Вот как отработали, а? Я умоляю тебя. Прошу, остановись. Ради меня. Есть выражение. То, что кто клин клином выбивает, от клина же и погибает. Погибает от того, кому причинил страдания. Это самое страдание, сострадание еще есть в Данте. Это же его брат, твою мать, сколько раз пытался. Братья Сальватора друг друга убить. Мир отныне под моей защитой. Ты выбрал не ту сторону. Ты не человек, Данте. И никогда им не будешь. Наша судьба быть вместе. У нас общая судьба, но только по разные стороны. Я любил тебя, брат. Они братья, но их история еще не написана. Я больше не знаю, кто... Твою же мать! Я точно знаю, кто ты. Ты Данте. Не больше и не меньше. Да, он пал. Жертвой своей гордыни, Вергилий. Могучий, всемогущий Виолт Маурит. Да, друзья, вот он финал. Финал был, мы сделали это с вами, друзья, это самое совершенное зло в мире. Эпоха заканчивается. Ну не заканчивается, конечно, еще эпоха, и джойстик тоже падает, пусть еще раз упадет, нет, не упал. Он еще раз не упал, да ладно. Так, нам тут показывают все это самое, как это все разрабатывалось, все это красиво, все это прекрасно, окей. Да, правда была за ним, за самым совершенным злом в мире. Правда была за тем, за кем есть правда, это самое. Данте победил Вергилия. Игра просто класс. Супер. Моя оценка из 10 – 10. Естественно, 10. Как еще можно быть иначе? Это же финал.
Кровавая битва была, была, бойня была, была. Сражение, уничтожение, величайшее столкновение было, было. Все это самое было. Победа была, была, Данте, победа была. Противостояние было, все это самое было, друзья. Как я уже сказал, есть выражение, то самое выражение, что тот, кто клин клином выбивает, от клина же и погибает. Погибает от того, кому причинил страдания. А нам пора инвестицию эту самую сделать. Инвестицию в будущее. Давайте инвентироваться в будущее. У нас через неделю, может, чуть больше. Devil May Cry 5 на колшаха. Шака. Да, у нас еще впереди Хитман. Тот самый Хитман, да, впереди после Макса Пейна. Resident Evil у нас идет. Тот самый Resident Evil ремейк. Да, это самое начало создания этого самого собственного наследия. Также The Evil Within нас ждет. Все это самое. Mortal Kombat, Outlast, Soma, там кто еще? Call of Duty, Чужой, Alien, Isolation. Все это самое. GTA, Far Cry, Крутой Сэм, Deadpool. Все это самое будет впереди. А мы на этом заканчиваем с вами. Это финал был. Финал, но еще не финал. Еще Devil May Cry 5 будет. Именно эта игра, это был финал, естественно, мы на этом заканчиваем, это шикарная игра, это та самая игра, в которую я играл, она суперская, она классная, великолепная. Вот следующая игра, я в нее уже не играл, для меня она будет в новинку. Для меня она будет в новинку, Devil May Cry я не играл. Не знаю, потянет ли мой процессор эту самую игру, но, как говорится, поставим все на низкие качества, чтобы комп свой процесс смог контролировать. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Я уже сказал, игра суперская, игра классная. Советую в нее еще раз и еще раз и еще раз играть. Все. Всем всего доброго. Всем подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, комментируйте это видео. И всем до встречи в следующих сериях. Devil May Cry. Прямо сейчас официальное видео. Всем пока! По ту сторону добра и зла. Мир, который мы никогда не узнаем, это бескрайние пространства, а не с этой стороны реальности, это пространство во власти, изгладавшей тьмы равновесия, баланса, бескрайней системы судьбы Данте. Они боятся его силы, они боятся, что он сможет завладать в этом пространстве с одаренным даром дьявола. Он самое совершенное зло в мире. Devil May Cry. Спокухаль. Ведь мы видим эту гибкость. Мы видим эту координацию, мы видим эту скорость и убийственный удар. Мы с вами видим, мы с вами его видим. Но души не в ладах у нас, брат. Примите мою волю. We hold might, we hold might. Он вышел на свободу держать свой верх. Эпоха Данте, эпоха Данте. Ведь мы не хотим навредить прогрессу. Мы за всеобщее благо. Всемогущий герой свергнет с престола новой легенды. Я осознавал каждый раз по эту сторону добра и зла. Все лучшее и лучшее, когда покидал это место, я понимал, на что я способен. Прямо сейчас мы должны высвободить монстра, которым всегда он был. Просто взял и высвободил! Спокойно, не путь. Но они знают, что я выйду туда, в верхнюю часть ядра, чтобы прикончить Мундуса, этого самого. Мы в логово идем монстра. Два в одном сегодня в меню, братья Нефилимы. Данте и Вергилий, они должны признать братьев Нефилимов.
Он знает, кто он и на что способен. Он самое настоящее зло. Вся сила только в желании. Вся только это самое желание должно быть и будет сила. А если нет желания, тогда мы не в силах что-либо сделать. Герой побеждает монстра! Этого самого монстра! Давай высвободим монстра! Спокуха, I'm evil fucking bad! Ты всю жизнь позволял даме сердца завести себя прямо в пасть дракона. Не позволяй своим чувствам хамис затуманить свой здравый смысл. Она только что нарвалась на танец с дьяволом. Мы можем видеть тебя, you can see me, под прицелом! Два в одном, братья нефилимы. Каждый человек умирает, но не каждый поистине живет. Каждое отродье умирает от рук мятежника, самого совершенного зла в мире. Но не каждый по эту сторону попадает. Осознай, признай, Данта, мы команда, мы сила, готовы уничтожать, сокрушать, побеждать. Прикончи их всех, да-да! Kill them all! Nobody stop me, да-да! You're fucking bitch! I'm evil! Вот так вот будем с ними мы пытаться справляться с этими отродьями! С этими отродьями! Devil May Cry! Финал нас ждет, финал! Это целый финал! Devil May Cry! Жду с перевода! Дьявол может заплакать! Я уничтожу тебя до того, как ты совершишь свой исход, посмотрев на этого, в надежде выиграть у этого, я буду поглощать твои внутренности, поглощать, я их буду сокрушать. Каждый злодей велик настолько, насколько и его герои. Данта, спокойно, они не выдержат такого давления, Данта. Сына Спарда, они не выдержат. В нашей вселенной есть божий темный ангел Джессика Альба. А по ту сторону добра и зла есть мстительный божий ангел, полудемон, получеловек, мятежник. Самое совершенное зло в мире! Монстр здесь, я пришел. Я вышлю вашей мамочке мешок с зубами. Кто встанет на пути у самого совершенного зла в мире, по эту сторону зла. И победа стоит за тем, у кого правда, за тем, кто за всеобщее благо, за тем, кто самая совершенная зло в мире. Ты пришел убить меня, и все равно я готов дать тебе его величайший дар. Ты будешь свободен, ты будешь служить ему. Дольф Лунгрен, чертовы демоны, вы хоть чувствуете бой? Добавим драматизма. Убей меня как мужчину, или ты хочешь убить меня как отцу? Я не помню мою мать, но если ты назвал меня особенным сыном, то ты не первый, сука, блядь, ты не первый, блядь, кто назвал ее его мать, сучкой.
Запомни, братила, ты приходишь на этот бой с мечом, но ты также можешь погибнуть от меча!